10 лет занимается борьбой. Мастер спорта, тренеры Зайцев и Иванова. Бронзовый призер чемпионата России прошлого года. Ее соперница из Казахстана Айгин Абдилдина. 25 лет спортсменка, опытнейшая спортсменка из Караганды. 8 лет занимается борьбой, мастер спорта международного класса, тренер Ермек Абдилдин. Является неоднократным участником азиатских игр и чемпионатов Азии, олимпийских игр, бронзовый и серебряный призер азиатских игр. Наговорится в красном трибуне выступает Якобо Кавари, Японии. Ей 17 лет, 10 лет занимается борьбой. Бронзовый призер чемпионата мира среди кадетов. Ее соперница в синем трибуне Мишель Базари. Ей 27 лет, 21 год занимается борьбой. Досрочную победу одержала Айгин Абдилдина, Казахстан. Караганда и завоевала первую медаль турнира бронзовую. Поздравляем казахскую спортсменку. 58 килограмм. Женя, это первое замечание. Закомплекты, главные финалистки, спортсмены весовой категории до 58 килограмм. Идет. Нет, это не 30 секунд. Это первое замечание, Женя. Первое замечание. Представляет команду Кыргызстан, город Бишкек. Айсулу 21 год. Студентка Кыргызского технологического университета. Вот теперь 30 секунд. Пятый занимается борьбой. Мастер спорта международного класса. На международном турнире Иван Ельгин выступает уже в третий раз. Тренируется под руководством Нурбека Изабека. Бронзовый призер первенства мира среди юниоров. Бронзовая призерка азиатских игр прошлого года. В синем трико борется представительница команды Монголии. Посади их, Женя, посади. Монголия Ламбата. Шолтер, 24 года, занимается в спортивном клубе «Тигры снежный гор». В борьбе Петре, мастер спорта международного класса. Она также уже третий раз приезжает на берега Енисея, город Красноярск. Тренер Батня. Шолтер Батаржан. Серебряная призерка чемпионата Азии прошлого года. Победитель международного турнира «Монгол Опен» и двукратная чемпионка «Монголь».
одном месте остался. На месте, вообще. А я вот так из экрана не могу. Нет, не рука выпитила. Кто будет кошка? Ввиду травмы спортсменки Аисы Лутыной.